Сегодня на исполнительном комитете было принято решение, которым мы ограничиваем движение грузового транспорта массой, полной массой до 3,5 тонн по центральным улицам города, по так называемым магистральным проездам. Это сделано для того, чтобы повысить проезжаемость наших улиц, в первую очередь часы пик, потому что решение исполкома ограничивает движение в утренние часы с 7 до 10, в вечерние часы с 17:00 до 20:00. Мы надеемся, что таким решением мы повысим проезжаемость наших улиц и снизим уровень пробок. На основании принятого решения будут разработаны схемы организации дорожного движения и установлены соответствующие ограничивающие знаки. Как только знаки будут установлены, соответственно, проезд грузового транспорта будет запрещен. Еще раз напоминаю, это в первую очередь проездные магистральные путепроводы. Николаевская дорога, Краснова, Водопроводная, улица Семена Полия и центральные улицы города, которые связывают наши спальные районы.